Всем привет! Сегодня Денис меня пригласил покопать. Приехала я в город Калязин. И приплыли мы на старинное урочище, которое пропало. И будем ходить по воде. Смотрите, как вода цветет. Какая зелень. Урочище старинное, должно быть много находок. Вот Дениса лодка. Мотор Honda. Пятисильный. Скобы у нас лодки лежат, металлоискатели. У Дениса снайперка стоит. И Эквинокс 800. А у меня Деус с белой катушкой. Вот так берега уже заросли. Березы растут. На улице же очень жарко, небо чисто, голубое-голубое. Ну все, беру скуп и пошла искать находки. Удачи нам с Денисом. Вот Денис ходит, его просеивалка. Он мне тоже такую дал. До того удобно. И у меня сразу первый сигнал. И представляете, вот такая вот, похоже, медная чешуйка. Один раз копнула. И сразу оказалась в скобе. Вот такая пряжечка мне выпала. Я думаю, что это от конины. Ремни застегивали. Простой металл. Поэтому и окислы металлические на ней. Посмотрите, какая интересная вещица мне выпала. Иголка. Ее надо очистить, и вот хороший экземпляр. Овчину шили такой иглой. Или валенки. Ну, я люблю такие находки интересные. Лимонную кислоту ее, она очистится. И ВД-шкой. И вот отличная иголка. Хоть опять новая. Шей. Отличная находка. Вот такая пряжечка мне выпала. Вот здесь с посеребрением. Но это, я думаю, одноручных часов. Сама уже застежка совсем... Ну, она из металла простого. Совсем сгнила. А пряжечка в хорошем сохране. Она латунная и посеребрена. Хорошая находка. Ходить, конечно, тяжело между этой травой, потому что наматывать все на катушку, постоянно приходится снимать. Но сигналы есть, и представляете, какая красота мне выпала. Образок. Конечно, на нем сейчас ничего не видно, его надо почистить. Здесь даже песок, но он целенький, смотрите, и ушко целое, маленький. Вот отличная находка. Думаю, почищу. Если что-то есть, лики какие-то, на нем приложу фотографию. А если ликов нет, тогда уж и нечего показывать. Лодка стоит, на которой мы приплыли у причала. И здесь рядом с лодкой хожу. И у меня выпал вот такая пуговка морская. Какой-то морячок потерял. Маленькая, от бушлата.
Посмотрите, сколько зелени плавает. И вот в такой зелени ходим, ищем монеты. И у меня выпадает пряжка латунная. Сегодня уже третья. Там у Дениса что-то пиликает. Ну, вот такая вот. Штормит немного. А у меня монетка. 1 копейка. Год не могу сказать какой. Александровского или Николаевского формата. Вон как монетка быстро сохнет. На улице жара 30 градусов. Отличная монетка. Вот такая находочка выпала. Конинка латунная. Все зеленое. Еще месяц лета, и наступит осень. И уже по воде не походишь. А у меня сигнал был. И выпала вот такая пуговка-гирька. Маленькая. Опять находка. И это 1 копейка. СССР. Прозвучал тоненький сигнал и скала пином, не с кубом. Первый раз я такую нахожу. Посмотрите, какая чешуйка. Представляете, какого размера? Все это серебро. Совсем маленькая. Сейчас я на ноготь положу и увидите, какой размер. Вот, смотрите. Вот такие денежные единицы были в ходу. Вода, конечно, уж какая зеленая. Катушку вообще не видно, ищешь на ощупь. Но копаю и с кубом, и пином ищу. И у меня выпала пуговка. Вот такая интересная. Материал не знаю, что. Ну, без рисунка, но все равно же находка. Тем более в воде, без надписей. Опять находка и опять пуговка. Говорят, такие пуговки были на подштанниках. Сама я точно не знаю, но вот такая пуговка маленькая мне попалась. Такие я и в земле находила. Вон там какой дом на берегу крутой стоит. Люди спускаются, там причал. На лодках, наверное, купаются, рыбачат. А у меня с очередным сигналом и выпала монета. Это 1 копеечка. С СССР. Вон. Гонятся на катере. С кубом копаю и сюда выкладываю. Потом вот так просеиваю. И смотрите, что лежит. Цепочка. Материал не знаю, что. Жалко, конечно, что не золото. С какими-то вот закреплениями. Не знаю, где ее носили и от чего она. Ну вот такая цепочка попалась.
Ну вот, наконец-то и крестик попался. Маленький, но целенький. Посмотрите, какая красота. Гроза надвигается, небо черное, парит, гром гремит. А у меня сигнал, и вот я такую ручку выкопала от сундука. Или от двери. Кованая. Шторм! Посмотрите, как река закипела. Начался ураган. Волга закипела. Волны были метровые, гремел гром, сверкали молнии, и начался проливной дождь. Мы с Денисом отправились домой, плыли вдоль волн во время шторма. Денис говорил: «Снимай на камеру, экстрим». А мне было так страшно, внутри все дрожало. Я вцепилась в канаты, которые идут вдоль лодки. Лодку заливало водой, и вокруг сверкали молнии. Дождь был такой, что видимость была в пределах 10 метров. Берега не было видно. И пока мы плыли, я всю дорогу молила Бога, чтобы мы доплыли и не перевернулись. Когда мы причалили к берегу, я немного успокоилась. Мы были мокрые до нитки и дрожали от холода. Вот такой был коп с приключениями. Благодарю всех за просмотр. И всем пока-пока. До новых встреч.